Короче, пошла уже. А, ну вот было что военное написано. А вообще, говорю, пошла такая Греция, что ничего по-английски уже не пишут. Вот, наверное, военные едут или полиция какая-то. Поэтому уже видели где-то 3-4-5 полицейских машин, которые мерили скорость прямо на автостраде. Тормозили кучу людей, тормознули даже нас. Но мы как-то уехали это самое. Ну, то есть мы остановились. Они пока там начали торбить грека, и нам сказали, типа, едь дальше. Ну, махнули руками, типа, уезжай. А то сейчас начнется. Мы уехали. Ну да, уже темно должно быть скоро. Вон внизу поселок такой. С кипарисами. Вилами, вот там горы такие, с такими какими-то дорогами порезаны. Вон там солнце за тучей садится, а вот горы опять в снегу. Где-то овцы звенят этими колокольчиками. Просто идиллия. Тут, конечно, некоторые успели набросать. Колеса рванули у кого-то. Но на то они и горы. Так прикольно, колокольчики звенят, не слышно вовсе. Короче, какие-то письма про демократию, протоколы. Так вот, по-моему, фальсифицируют выборы в Греции. Неужели точно протоколы? Реклама какая-то. О, фонтан, смотри, какой он течет. Водопад. Водопад. Блин, и мусорку поставили. Ты он хотела воды попить? Пойдешь? Ну, я бы не рисковал, потому что какие-то туалеты. Хотя вон, смотри, это что у него, лимоны, апельсины. Так что, уже урожай, что ли, глянь? Мандарины. Я видел, ну уже таверна вон открыта. Обалдеть! Тут прям слышно, как они вращаются, эти штуки. Я думал, они тихонечко. Мы тут кабриолировали, да не вы кабриолировали. А тут просто опять такие. Дорогу построили специально к нашему приезду, чтобы было где проехать на кабриолете. Лена, там все вещи в машине, все. Тут овцы все обосрали.
вон море, а вон кораблик такой. И вон опять ветряки, и вон опять море, и опять ветряки, и горы. А вон еще и солнечная батарея, смотри. Вон. Короче, они гудят как самолет. Эти маки, мы, кстати, тоже обратили внимание. Вот говно, а вот маки. Так маки такие красные какие-то. Ну нереально просто он красный. Он просто огонь какой красный. А вон наша тележка. И маленькая. Этот. Соня, короче, увидела заднее колесо и фокусируется на него, как на человеческую улыбку. Это, кстати, то колесо, которое без суппорта. Оно теперь едет и кайфует. У него улыбка до ушей у колеса. Что? Не слышу. Расторопша тут растет, такие заросли. Козы все обосрали. Это великаны, это не мельницы. Тут террористка хочет сделать камнепад. Прикинь, сейчас выковыришь и тебя засыпят. Я тебе скажу, что шутки шутками. Но какой-то несущий камень тут. Вон внизу море. Городок какой-то. Просто нереальная красота. Места вообще. Конечно, для местных жителей это всего-навсего пейзаж за окном. Ой, какой воздух, какой вообще тут все, блин. Греция, здесь все есть. Проверим, или есть колодки на Солару. Электричество есть, потрескивает. Солнце садится. Обосранное мухами стекло. Время шоу у нас тут 21.03. За 13 евро 20 копеек едем через море по мосту. Вот как бы и все, да, через Ионическое, Луковое море. Я там развил одну теорию, это самое вообще. Онион это Лук, но Иониан Си было написано. Луковое море. Не вижу ничего. Блин, как-то вот хочется насладиться на 13 евро этим незабываемым путешествием. Мост такой. Это все видно, это самое просто, что мы как бы попали на него затемно уже, хотелось засветло. Вроде как километров 5 он по длине, вот мы летим над морем. Все, все достопримечательности на 13 евро 90, а 20 центов. Вообще ограничение 80. Мы едем 80. Мы едем 55, типа кайфуем. Но чувак явно не 80 поехал. Нарушаем, товарищ. Короче, очередная жертва глобализации. Греческий пес ест украинскую сосиску, что-то у него не получается. Еще раз цвет такой. Мы собираемся на Закинтос плыть. Это тут инеем покрылась крыша. Шучу. Этот влажность, конденсат. Вон паром. Тихолония с лайнком. Закинтос 1.
короче, ларёчки везде с билетами. Вроде здесь должно быть. А может быть и там. А еще там было кафе, на кафе тоже было написано. Короче, непонятно. Там пляжи. По одним данным, вот то, что здесь приклеено, так типа 8 утра плывет. На каком-то сайте было написано, что в 7.45. Водица что-то попала в нее. Масла какие-то. Короче, мы тут нахомячили-насвинячили. Целое кафе. Я не знаю, только нас. Мы тут не знакомы. Остальные все перецеловались, перездоровались. Короче, тут... Смотри, не оступись только. Это... Какая вода вивоническая. Вивоническая? Этот кот везде походил. Главный кот этого порта. Проснулись, сука. И полетели, как тараканы со всех щелей. И никого не было, не было. А где-то большая бричка. Леванте поплывем. Бот стоял с вечера. Но оказывается, что нам туда не надо. Пришлось из-за этого вставать, блин, в долбанных 6 утра. Короче, плывет кто когда хочет, куда хочет и во сколько хочет. Маневрирует. Пускаются эти задние. Солнышко вышло, будет тепло. Ионическое море. Ионическое. Таник только наоборот. Это унылые, наверное, тоже встали в 6 утра. Ржавые крючки. Окей. Машина, конечно, мощная. Тут сказали, беги, дурак, глупец, блядь, беги, куда ты стал? Сейчас тут будет волна. Чисто. Он тормозит, типа заднюю включил.
да, если он так нормально с разгона ударит. А, я понял. Недолет. Если бы я там стоял, могли бы в репу попасть. Вот, смотри. Вот это мастерство не пропьешь. Уронил в воду лов. Некоторые на машине, да не некоторые, а большинство в городе на машине так не запаркуются. Все, он пытается попасть, но промахивается. Тут уже желающие стартануть. Да, мороз. Короче, вон дядька проверил, нам ли бомб нету. Лена тут на них кричала, на всех, вон твои два злыдня ходят, видишь, всех где? Шмонают, вон, возле автобуса. Ну пускай всех шмонают, а не только меня. А у тебя лицо подозрительное. Идем еще наверх. Тут надо было сказать, откройте сумку дальше. Конечно. Конечно, кто бы сомневался. Уже помыли, что ли, все пока? Ты заняла? О, так тут еще. Ну, пробоины. Ты сама где-то на ежика наехал, наверное, на морского. Как можно плавать? Смотри, какая вода прозрачная. Подожди, да я дырки поснимаю. Давай монеты. Посмотри, сколько, какая вода прозрачная. Где ты увидела прозрачный воду? Монеты накидали. Где? Вон беленькие. Это наплевал кто-то. А, это снаружи плавал? Монеты. Ты что-то не доспала, Лена, по-моему, сегодня. Ты же меня повел в какую-то дешевую гостиницу за 70. Да, она. Вертоль может прилететь. Я иду, ищу вон корабль. Ты стой возле корабля все время. В фильме «Титаник» плыть вперед. Что? Мне хочется на носу постоять, тебе не? А, ну сюда уже нельзя. Ого! Крутяк, так смотри, он пультиком управляется. Две кнопки, я бы тоже смог быть капитаном. Так а вон сколько? Да не круто. Там и все такое. Ну что там, я в окно посмотрел, мне тоже плохо от того. Тут корабля засветило.
Сейчас. Новое слово в этом самом. В мытье окон. Ну тащи уже сюда давай. Еще приплыл один паром. Короче, вся жизнь начинается с 9 утра. Сейчас 9.09. Наш в 9.30 должен отчалить. Вот, а вот так вот моют окна в Греции. Иногда он вытягивает слишком высоко и наливает сюда в салон. Вот этого верхнего стекла нету над шлангом. Если чуть-чуть перестараться, висит в салон. А, сейчас ему, кстати, придется перебрасывать через верх. Блин, это мы плывем или они? Смотри, смотри, смотри. Сейчас, сейчас насытно. Я смотри, какой уже опытный. Это только он в первое окно налил. Сейчас он уже знает как. А, и снизу нету. Да, как-то, блин, когда... Все дрожит, а ты смотришь. Опасность, мое второе имя. Смотри, как чисто бреет прямо. Иди этот. Ой, я пересаживаюсь туда. Смотри, там раз, два, четыре лодки. Ну, они такие одинокие, эти два полицейских. Мы просто хотели познакомиться, провести как-то время. Лена на них накричала. Такие таксиры. Тут уже все забирает веревки. Скоро поплывем. English. English. Yeah, because I thought you were... Она специально возле лодки место заняла. Уже поднимаются перила. Мы отчалили, просто как-то шумно. Там какое-то моторное это отделение машинное. И гудит реально громко. Идем просто. Этаж где-то пятый, наверное. Он еще спешат за деньгами. Рыбачки возвращаются. Волну перед собой. Это полицейские решили Лену снять, потому что она выебывалась. Красиво.
красиво идем. Где-то через час. Наконец-то солнце, нету дождя. Греция. Здесь все есть. Так, 12 договорились с пацанами встретиться возле бухты Навайо, там где, короче, визитная карточка Закинтоса. Море обалдеть какое бирюзовое. Приплыли в порт Закинтос. А тут дети идут по этапу. Теоретический этап. А переводится как Ionian Star. Машины уже выглядывают в окно. Дед встречает какой-то корабли. Thank you.
формулі «Бистро я бігу». Точно схватит якоря. Уронил якоря. Попадет, не попадет. Промахнулся. Что-то как-то боком мы заходим. Кентос. Welcome. Так, не трогай руками. Ой, как мне, Лена, да не приступ. Ты уверена, что вот это все сейчас не обчихнется? Блин, туда с парашютом прыгают, я не пойду туда. Ну не лезь, блин, там все равно ни черта не видно. Чуть дебильная какая. Не пойду. Не дам, ты уронишь, у тебя есть сумки этот. Охренеть. Ты просто не видишь. Да я вот оттуда сейчас посмотрю все. Да блин, не ходи туда. Я пошел. Ты что, не понимаешь, что туда упасть это все, это конец, блин. Люди с парашютом отсюда прыгали. И красота. Блин, я бы не смог прыгать с парашютом. Просто. Όχι ακόμα, θα αποχωρήσουμε λίγο ακόμα. Απλά εδώ βλέπουμε πολύ πολύ μπλε. Δεν μου κοκκό, μην τα δείτε, μην τσάμε σε βίτσι. Ωρα, μη ζημή, κοιμάσαι. Просто обалдеть. Еще и пиратский корабль. Это просто фантастика. Вот оно, это место, ради которого ехали, наконец доехали. Малохольная Лена где-то ходит, смотрит, но не там. Как эти все люди попали туда на пляж? Уже купаются. Да. В жизни это красивее в 100 раз, чем на всех фотографиях вместе взятых. Не знаю, какая высота, но
Как-то бейсджампингом люди занимаются. Вот отсюда все фотографии делали с Леной. Я думаю, что с корабля. Ну, ты думаешь, что с корабля, с космического, скорее всего. Вот сюда подойди. Только меня руками не трогай, потому что я очкую. Все равно ни черта видно не будет. Туристы inside. What this? Инопланетяне. Что это такое? Так туристы есть, там самые храбрые в середине. А что это они запустили такое? Это Вовка запустил? Если бросить туда помидор, а если все, если камера сойдет, то он внизу типа кита. Очки упадут. Ну, очки это самое недорогое из всего. Короче, пытаюсь дойти. Еще там одна такая смотровая площадка, откуда должно быть всю эту бухту видно. Дорожка такая. Просто торчат камни из земли. Это такая порода. Тут типа ровно. Ну, я думаю, вторая должна быть бухта не менее красивая, но туда уже никто не ходит. Достаточно одной таблетки. То есть все автобусы приходят, зырят на смотровую площадку, садятся в автобус, покупают бухач, масло и валят. Мы сначала прошлись вот из-под сосны, там сфотографировали, сняли. Сейчас идем вот еще второе место, какая-то иностранная съемочная группа снимает. А, помидорки купили, хаваю. Вкусняшка. Держу. Да не прячься, я сейчас. Штаны спадают. Ну, в сумку. Блин, посмотри, оно известняково, оно просто обваливается. А мы там ходим, глянь, вот это вот. Твою ж медь. Вон, смотри, какая трещина. Вон там. Вот, увеличивает, а мы там где-то сидели. Все может так, извиняюсь за выражение, пиздануться, да? И проведешь, как он там называется, остаток жизни в бухте в этой. Блин, я еще и эти помидоры с собой принес. Перегрузил горку. Эти края откалываются, и все лезут фотографироваться на край. Я валю отсюда. Лена, не лезь, блин. Вон чувак выглядывает, куда делся его друг, которого он только что собирался сфотографировать. Здесь как бы такая же какая-то ситуация. Был кореш с ним, еще один белый. Это самое. Теперь они его не видят. На камере проверяют, куда делся. А для тебя, Лена, у меня план. Вот там садись попой, ногой толкнешь. Вот это все должно вниз полететь. Что такое? Стрелку забил и не пришел. Здорово. Слышь, а мы зависли в этом. Мы зависли в магазине с сувенирами. Мы покупаем два сувенира и бутылку вина додают сверху. Мы типа торгуемся, говорят, не-не-не, никаких дисконтов. Бутылку вина тоже сверху. Покажи загару. Туристические страсти, Павел. Лена. Саша, Аня. Саша, мы уже час тебя тут ждем. И тебя ждали 3 или 4 часа. Поехали, мы уже нашли, где катера ходят. 15 евро срыло. Мы покушать и на Марс едем. Куда? Марс. Типа красная трава. Лунный пейзаж. А?
Тут идет колонна киевских машин. У нас теперь банда. Нашей Греции. Oh. And one Greek salad. Okay. Two times. Thank you. Смотри, там три мусаки заказали. Кто еще будет? Я. Ну я заказал салат и мусака. Паш, тогда мусака. Я сожру. Три мусака. Два они. Два? Да, нами тоны. Цветами украсили нас. Здесь так принято, Паша, вы ездите, как непонятно шоу. Непонятно шоу. У меня у товарища номер 7171, на Прадо 120. Серокопия. Ну, тут все нормальные украинцы с нормальными номерами собрали, смотри. Это... Тут такой причал. Называется Порто. Вон туда, Лен. Вон на большом мы поплывем. Или на этом. Hello. Hello. Порто Броми. Называется место. На вот этой штуке на большой мы поплывем. Здесь наш капитан. Это наша птица. О, the cave. Вон. Вон больше есть. That's the cave on the rock and Poseidon face. Look in there. На чье-то лицо похоже. Лицо. Вот типа. Где? Вот это вот нос там. Короче, следующие два дня живем в машине. Вон дорога, по которой мы приехали сюда. Море встает за волной. Короче, удовольствие стоит 15 евро с человека. Хотят, чтобы это самое, чтобы на катере ехало 6 человек, но за 60 согласны везти двоих. Смотри, какая. Под тебя опасно плавать, смотри, с каких кусков состоят эти все слои. Да. Так что, мы уже приплыли, по-моему. Хотя нет, наверное, аж за вот тот. 20 минут плывем, говорит. Море встает, давай. Привет.
богачи поплыли на каком катере здоровенном вдвоем. Идем в порт. Вот смотри, рыбный камень лежит наверху. Видишь? Много таких лежит наверху. А, чуть кепка не улетела. Голова похудела, стала кепка слезать. Затянуть сильнее горку. Так, где мы тут ходили утром, смотрели сверху. А, так еще не доплыли. Вон аж туда надо доплывать. Я думал, что мы уже. Вот так выглядит отсюда смотровая площадка, где мы были утром. Это только в фильмах про кораблекрушение выбрасывает на пляж песчаный. А в жизни бы выкинула в какую-то такую фигню и терла бы, как пензой пока. Куда тут выбраться можно на эти скалы? Плывем мы от той бухты сюда 20 минут. А даже если выбраться в саму бухту, то в нее можно попасть только либо на катере, либо спрыгнув с парашюта. Где-то на ютюбе я видел, когда смотрел про Закинтос, как барышни туда прямо прыгали. И сейчас тут появится жемчужина Закинтоса. Ну, ноги загорают. Вот в ту норку залезть и погреться там. Смотри, какая прямо мышиная нора. Сейчас приедем, а мы тут одни уже. Танцы, вид. Это не она. Она, вон. Она. Вон есть еще одна. Тут она более не такая голубая. Ну, я же тебе говорю, что это самое. В жизни видишь, все так. Видишь, как отпала, видишь, как ровно отпустилась. Ну да. Давно. Вот, а тут видишь, как заросло. Вон смотровая площадка отсюда. Так, где она? Глазами вижу, камеры нет. Где-то здесь. Это колбасит меня. Ну да, и никого нет уже в такое время. Вот, смотри, какая вода, ты говоришь, не голубая. А круто, не то слово. Сейчас выбросимся прямо на берег. Камера передает место, просто синька какая-то. Ну, от корабля. Ну, вот, посмотри. Москва, Гродно. Гродно, да. Хорошая. Спартак. Да, пиратский корабль. Главная пиратка. Ой, блин, как по этим камушкам ходить. А в машине остались эти
шлепки для гравия. Какой закинтос. Офигеть, оно просто нависает над нами. Как бы никто ничего не метнул. Интересно, фильм тут какой-то уже снимали? Должны были остаться сигареты. Целый пиратский корабль пиратских сигарет. Вода, камень точит. Люди эти сердечки, замочки сюда притаскивают на память. Настоящему пирату. Киса потерялась. А вместо песка здесь просто россыпи такие. Да, водичка. Блин, ну как не искупаться? Ноги аж сводят. День хотела купить пляж, сейчас все. Мы приехали, договорились, все уезжают. Все для тебя, любимый. Когда еще такой будет денек? Короче, я тут за все договорился и заплатил. И остались мы с Леной вдвоем. Весь закинтосский бухту Наваджо. Вот последний паром отходит. Ну, вон еще ждет наше такси. Ну это пиздец какой-то. Короче, мы на весь закинтос, на всю бухту Навая вдвоем. Иха! Вот это номер. Короче, мы покидаем этот остров последний, да? Приплыли одни. Ну, пляж. Ну, пляж на воде. Лагуна.
Вон, видишь, они эту надувную сбросили. 15 остров. Так, все хорошее быстро заканчивается, но можно и продлить. Давай я приедем, как пару. Да, да, я уже проверял. Сидела в такой пещере на входе. Блин, как они опасно, конечно, нависают. Потом все будут приплывать и смотреть, что это за сумасшедшее. Как на этого, на отца Федора приплывали посмотреть. Все, прыгай за борт, Лен. Иди там, я сфотографирую. Я шучу. Это же. Поехали. Не надо меня снимать. Хватит, уже наснимались. Ого, там такая прямо водоворот бьет. Просто люди живут в музее практически. Конечно, хавают в воде. Дельфин, что ли, или что это такое? А, кальмар. Да. Каламари, да? Каламари. Два
20 метров глубина в этих местах, дальше 30, 50, 100, 500, это уже дальше от берега. Смотри, это водичка какая-то. Сейчас, по-моему, кто-то стукнется головой. Потолок отражается голубым. Потолок голубым, вода отражается. Блин, как таким большим катером можно рулить в такой маленькой пещерке? Золото.
такая аж темно-синяя. Ого, смотри, вверх он такая. Да, это того стоило реально. Да, тут реально надо каску выдавать. Блин, как оно все висит там просто, просто на честном слове. Лена, посмотри над головой. Лен. А, какой ужас. Такие каменюки. Твою. Блин, если он заденет, я так думаю, что будет камнепад. А тут вообще красота такая. Просто камни висят, течет вода вот среди камней. Да, фантастише. Камера, конечно, это все не передаст, так как оно на самом деле есть. Но, по крайней мере, выводы можно сделать и ехать. Это просто кайф. Прибыли в порт. Короче, от вот того порта до вот этого порта по острову надо проехать где-то 16 километров. Но места очень красивые. Место называется Порту в Роме. Вот телефон. Трипс. Это наш кэптен. Рекомендую. Эйва. Ты самый. Ну я не знаю, это, наверное, какая-то тысяча лет или больше этой оливки. Просто возле памятника какого-то она стоит. 1940-й, 1821-й. Hello. Hello. Sweet. Fraganya. Hello. It's you. All right. А, так вот чем это пахло. Это пахло оливками. Давай купим. Мы купили масло. И нас угостили таким тортом. Very good. Very nice. Thank you very much.
вообще. Отдых в Греции может быть и бюджетный. Нету телевизора, нету там еще каких-то вещей. Картину мы сняли, потому что гвоздик, ну, как бы ровно не висела, могла бы и упасть. Но, а, да, вот картина. Но это самое. Вся эта тусня за 20 евро. Просто в пальмовой роще. Такие вот места. И где-то здесь море. Вчера мы там пытались вот в той гостинице вечером поселиться. Там такая из камня все. Короче, тут курортное место на Закинтосе. На каждом перекрестке куча этих самых указателей. Но ночью в темноте это найти нифига нереально. Едешь там, типа стоит дом какой-то с открытыми воротами. Оказывается, это типа какая-то там ночлеги, или как оно правильно назвать. Мотель, отель, мини-отель, апартаменты. Еще открою одну страшную тайну. Нас все в детстве обманывали, что надо мыть клубнику. Мы вчера хавали немытую и все, зашибись. Так что руки мыть тоже не обязательно. Как-то так. Сейчас поедем дальше. Ехали по такой улочке ночью, проехали туда, тут вот были указатели. Мы по этим указателям проехали. Вот так вот в темноте даже не заметили. Это дом хозяев, а вот это то, что они построили и сдают. Короче, как говорится, без бутылки не разберешься. Ну, днем-то видно, а ночью проехали, вот эта табличка даже не освещалась. А что такой скользкий? Асфальт. Чайки кричат. Не знаю, что это за дерево, как называется, но выглядит красиво. Чайки поют. Этот, как он называется, вот эти репяхи, правильно? Расторопшу. Тут тоже высаживают вместо тюльпанов. Очень много. Пользуется популярностью. Где-то живая изгородь таким образом формируется. Набережная в этом городке, где мы ночевали. Это какой-то остров вон у них с этим мостиком с деревянным. Можно сгонять. Ну и вот по набережной тут идут везде кафе, прокаты. Завтраки. Хотим попробовать позавтракать. Уже в одну таверну заехали. Они говорят, с 5 вечера, что нам париться? Да? Ну да. При том, что люди есть, могли бы сказать, окей, там 20 евро. Давайте мы что-нибудь вам омлета нажарим. Но нет. Короче, такой отдых это по мне. По мне. Самое вот набережное, как и вчера был Закинтос весь наш. Сегодня вся набережная наша. Здесь никого нету. Там никого нету. Везде только мы. Складывается впечатление, что это все для нас построено. Острова, море выкопано. Маркет. Вот они, короче, рисуют карту. Ну, Лена, подвинь стол чуть-чуть. Стул вот тот. Чуть-чуть. Ну, назад. Еще дальше, дальше, дальше. Я хочу карту развернуть к себе. Разве? Ну так неинтересно было. Так, вот. Мы. Это здесь. Вот здесь, наверное, вот. Теперь за стаканчиком ракии можно решить, куда поехать. Вот всякие достопримечательности. Вот бухта Новая, мы здесь были. Новая. Север. Ну, сейчас все правильно географически. Или я неправильно расположил. Где север? По деревьям пойди посмотри. Где больше моха? Где меньше веток.
Так, вон Закинтос. Вот здесь вот аэропорт. Вот здесь надо проехать. Здесь вроде бы самолеты взлетают. Ну да. Это самая вот крайняя точка. Вот какие-то эти фрукты на дереве. Вот прямая дорога обозначена. Эти октопусы. Рыбы. Так, если командир здесь, то где должен быть Закинтос? Давай, включайся, телевизия. Эта штука называется мусака. Греческий салат я забыл снять, но он, короче, подается вот приблизительно в такой тарелке, куча еще больше, чем мусаки. Тут раз остров, раз мусака, раз Греция, опять мусака. Единственное, что этот лимонад заказал, а мне принесли фанту лимонад, лимонаде. Я думал, они тут homemade будут какое-то делать. Ага, сейчас. Короче, Греция здесь. И мусака. Море. Мусака. Короче, всегда найдется тот, кто испортит весь отдых. Вот эти люди. Один и второй. Пошли купаться. Сразу стало понятно, что с глубиной пляжа здесь как бы не очень. Так что не очень? Вода прозрачная. Вода прозрачная, ну что? Вот сейчас хоп, выходят и уже даже не по пояс. Может, они, конечно, двухметрового роста, я не знаю, и там уже полтора метра глубина, но мелковато будет. Название такое. И фалос. Короче, хрен вам, а не отдых. Называется пляж. Ну, вот это такая деревня, блин. Надо... О, вон, кому-то рога поотшибали, смотри. Коктейль-бар. Короче, если будешь бухать, то роги закрутятся. Люди бродят, не могут найти, где мору. Вообще классно, все двухэтажненькое, все такое беленькое, все такое новенькое, черепичное, пальмово-оливковое. А у нас Спанч Боб с собой. Розово, непонятно. Hello. Очень красиво. Даже собаки здесь свои будки у них. Птицы поели. Люди идут к мору. В супермаркет можно заезжать прямо на машине. Вот опять эти красненькие штуки растут. Туристический шоп. Нет у них тут вот этой штуки на шею намотать? Какой? Ну, арафатки типа. С этими музыками. Короче, тут оливки эти такие, не знаю, поскольку им лет, но бывают еще раза в 4 толщины. И вот очень красиво смотрится. Все время забываю название. Очень много денег потрачено на расторопшего. А виноградники? В Закинтосе. Короче, если уж и выебываться, то мы уже едем прямо по пляжу. Что, можно в море заехать хоть одним колесом? Нет, тут что, все ездят, нам нельзя? Ну, да, представляешь, люди лежат, а мы заезжаем одним колесом. И шо? Ничего. Помыли диски тормозные. Угу. Это ионическое, если я не ошибаюсь. Три оставшиеся? Ну да. Ну, вообще крутняк, конечно. Человек, смотри, сидит всегда. А, да, надо было это заснять. И свечка. Блин, какого хера ты тут играешь в радио? Прямо плещется море у нас в машине. Ну да, вот некоторые загорают здесь, конечно. Вон собака играет с мячом. А мы катаемся по пляжу. Ну, я считаю, что пляж это говно. Это, конечно, мое личное мнение.
вообще. Короче, ну, это не я придумал, тут все так делают. Уже вот этот чувак тысячу раз уже так делал. Да ты успокойся! Вот, кстати, очень козырное место. Кто-то себе устроил. Лена не дала мне заехать одним колесом в море, но я практически это сделал. Я проехал в полосе прибоя. Это лицо сейчас наше нет. Знаю, что за фигня, но впечатление такое, что мы опять в Турцию попали. Да, конечно. Ну, куча машин, куча каких-то торговых. Там улица торговая. Ну, похоже на то. Так, тут прямо. На главной. Тут завтыкаю. Днем она, конечно, не смотрится. Вот пляжик заехали. Мелковато, конечно, вроде. Кусочек не было. Водичка вроде чистая.